Четыре игры чемпионата по футболу 2018 пройдут в Сочи. Первый тестовый матч на стадионе «Фишт» соберет болельщиков ровно через год, 21 июня 2017 года. Времени на расслабленную подготовку просто нет, заявил губернатор. Зона ответственности настолько велика, что не может быть никаких проволочек, никаких отговорок. И никаких причин. Они приниматься просто не будут. Губернатор попросил глав городов, где будут созданы тренировочные площадки и базы размещения команд, а это Геленджик и Анапа, быть предельно внимательными к приему гостей иностранных игроков, подготовить эрудированных волонтеров, хорошо знающих иностранные языки. У нас есть костяк волонтеров, те, которые ездили в Сочи. И на них мы будем основываться, и вокруг них тогда будем собирать это все. Только не растеряйтесь. Конечно. Сейчас уже группируйте. А само событие, оно будет в летний период, в период курортного сезона. Я думаю, мы добавим туда тематики проведения чемпионата мира, и все у нас будет замечательно. Мы давно встречаем гостей и умеем это делать. Вениамин Кондратьев остановился на вопросах безопасности во время проведения чемпионата. Ведь даже в такой стране, как Франция, не смогли избежать конфликтной ситуации. Здесь престиж не только края и там Сочи, это престиж страны. Поэтому здесь, еще раз подчеркиваю, не может быть мелочей, еще раз подчеркиваю, не может быть. И не ориентируйтесь на то, что на самом деле прошли многое, имеем огромный опыт, мы вот такой город, мы такой регион, мы все сможем. Если еще раз лишний раз перепроверим свои возможности, еще раз мерим часы, еще раз пройдемся по пунктикам, что необходимо для того, чтобы провести чемпионат мира 2018 года на высочайшем уровне. Глава города Сергей Сергеев раздал своим заместителям поручение по организации подготовки к чемпионату. Футбол – любимая игра анапчан. Курорт готов стать центром внимания мирового масштаба.